Итак, друзья, помните, я говорил про обновление 20H2 Windows 10, и это называется уже официально октябрьским обновлением. Хотя я его получил на ноутбуке в конце сентября. У меня есть ролик об этом, посмотрите на моем канале. Теперь, друзья, я что бы вам хотел сказать, давайте проверим на ПК. Вот уже 6 октября, заходим в обновление, проверить наличие обновлений. И здесь нету вот этого обновления 20H2. Октябрьского обновления почему-то нет, почему так произошло, непонятно. Но жду, напишите в описании, вы, может, получили. А если коротко, вот у меня уже выйдет скоро ролик «Что нового?», и я коротко его описал, как просто изменили кнопочку «Пуск». Теперь вот эти вот цветные, видите, рамки в логотипах, вот видите, вот Microsoft Store, логотип Microsoft Store, у нее рамочка. И все они разноцвет. Теперь они будут одного фона, такого серенького, вот как в офисе. Все. И еще пропадут вот эти вот обводки ярлычков. Ну, есть, конечно, еще, а тут, смотрите, целый список. Тут где-то 7 нововведений, но самый, который прям бросается в глаза, я только что сказал. И то он. Ох, обновление Windows 10. Вот видите, нет у меня обновления, все прошло. И это пройдет. Ну, ждем на ПК тоже это обновление, почему бы и нет. Ну, а пока его нету. Всего доброго, всем пока, до свидания. Напишите в описании, получили ли вы это обновление.